Что вам от нее нужно? У нас договор, Дювид. Ладно, я не буду читать диалоги, реально. Привет. Привет. А, я даже прыгать не могу. Но я не хочу открывать дверь. Он заберет у меня девчонку. Девочку. Девушку. Только гляньте, какая она. Стройная, хрупкая, беззащитная. Anna? Анна? Лиза! Почему Анна? Элизабет ведь сокращенно. Лиза, а не Анна. Или Анна это кто-то другая. Наверное, это его жена. Открой дверь, тебя коллекторы ждут. Что происходит, тебя снова крестили. Было уже. Привет! Милаха. Anna. Anna. No, it's me. Elizabeth. You all right? Where am I? Back in the land of the living. Here, let me. I'll be fine. You almost drowned. Ой, а что у нее с пальцем? I said I'm fine. Наперсток? Сними уже наперсток-то. Сказал же я в норме. Сейчас, одну секунду. Do you hear that? It's music. Go on, I just... Okay, I won't be long. I won't be long, Mr. DeWitt. Я скоро приду. А мне, судя по всему, нужно просто поспать. Where is she? Интересно. Найти Элизабет. А зачем он сказал идти ей? Офигеть. Так я на пляже, что ли? Или я упал под воду, но не совсем под воду? Я упал в специальную воду, наверное. А, в воду мне нельзя. В воде наверняка страшная птица, и мне туда лучше не соваться. А что происходит вообще? И где все мое снаряжение? Зачем ты девочку потерял? Это не я, это Дувид. Если... Ну окей, в принципе, сойдет. Конечно, та была получше. Нет, все, я буду лучше искать свою. Ну их. Ну их. Иди поспи лучше, окей. Ладно, в лодке ее нету. Здесь ее нету. Здесь ее тоже нету. Девочку не видел? Вообще, на самом деле, мне стрим уже нужно заканчивать, ребят. Дирижабль? Какой дирижабль? А, вот нам говорят про дирижабль. Персональный дирижабль Камкоста. Первый женский аэродром. Погоди, почему аэродром? Почему женский аэродром? Интересно. Как это может быть женский мужской аэродром? Я понимаю туалет, но не аэродром же. Что это? Ха. Унесло зонтик, со мной такое тоже было. Соль, шпроты. Пьем соль, закусываем шпротами. An Oriental stopped me on the street and asked me for the time. Just like that. There should be a law. I think there is. Замечательно. Есть закон, запрещающий спрашивать время? Интересно. Может быть, она забралась куда-то сюда? Я никак не пойму, куда дальше мне нужно идти. Во. Аэродром первой леди, горе-переводчик. А, вот оно, что это такое. Спасибо. Так, что это такое? Я пропустил начало. Интересно, откуда там столько воды?
Все? Видео кончилось? Кино не будет? Battleship Bay. Я просто хочу справедливую плату за труды. Ну, все хотят, чего уж поделаешь. Я тоже хочу. Хочешь, я тебе помогу, могу завернуть какой-нибудь вентиль. А ты мне поможешь девочку найти. Как тебе идея? Вот справедливая плата за труды. Но больше тут ничего интересного нет. Посмотри. Так, яблоки. Да кофе. Откуда вообще в небе море? Это не море, это искусственно созданный пляж, я так понимаю. Единственное, что я не понимаю, как они создали столько воды. А еще замок, который я не могу раздавить, пробежавшись по нему. Это тоже как-то несколько странновато. Ну да ладно. Продолжаем поиски. Лиза! Лиза! Мне на самом деле очень нравится имя Лиза. У меня так звали двух кошек. Эй, мисс. О! Я, кажется, ее нашел. Мисс. Эй, Лиз, слушай. Они... А они типа не узнают, что это Агнец. У них на весь город стояла ее здоровенная статуя. Ну и ладно, пускай танцует. Пускай танцует. Глянь, как она хорошо танцует. Давай лучше вместе с ней. По-моему, он стал повторяться. Так, привлечь внимание Элизабет. Мисс. Ладно, пускай пока потанцует. Я еще не все на пляже осмотрел. Вон, тут у мужика ящик с патронами под тентом лежит. Класс народа. Тыквы? Тыквы на пляже? Что они здесь делают? Вроде не Хэллоуин. Сегодня вроде какой-то там... Я даже забыл на самом деле, какое сегодня число. You have to believe me. I don't love her anymore. Поразительно, как все время такие мужчины попадаются. Нет-нет, вы продолжайте, продолжайте. Не обращайте внимания. Я тут вообще ящики схожу, собираю. Да этот чувак обломщик какой-то, да. You're strong, strong. Pretend you're Hercules. Right, that's great. Понятно. Судя по всему, эта группа... Это... Ладно, понятно. Судя по всему, туда мне не пробраться, пока я не привлеку внимание Элизабет. А тут больше ничего интересного. Нет, есть. Кто-то оставил банку соли. Я знаю одного парня, который может решить эту проблему. Какую проблему? Что за проблема у вас? Вы только гляньте. Что же такой красавец и не в шортах? Самому интересно. А что это вы такие, такие красавицы и не в бикини? Сегодня 5 мая. Нет, ребят, это не то. Кстати говоря, у меня, по-моему, еще 4. Ладно, привлекаем внимание Элизабет. Но только не хватай ее. Мисс Элизабет. Hello. Oh, this is wonderful. Well, come dance with me, Mr. Dre. I don't dance. Come on, let's go. Why? What could be better than this? Что может быть лучше, чем танцы? How about Paris? Paris? I don't understand. How could we get there? Как мы туда попадем? Это дирижабль. Как раз туда летит. Если хочешь остаться, вперед. Офигеть, он развел девочку. Он просто так развел, типа, девочка, а хочешь, я тебя в Париж отвезу? Я думал, что на такое не попадаются уже несколько десятилетий. Свобода. Даже верится с трубом. Чувствуешь? Никогда не слышала таких запахов. А ты? Нормальные пляжи не так пахнут. Вот кретины. Хотя бы они все... Чё? Ладно, непонятно. Что они там говорят, читайте сами. Вам не нужно защищать Элизабет в бою, она сможет сама за себя постоять. Как она сможет сама за себя постоять? У нее даже пулемета нету. Без пулемета девочки не могут за себя постоять. Спорим, сейчас меня пропустит, а ее нет. А нет, и она уже здесь.
Я про него читала. Говорят, он видит будущее. Даже капля власти развращает людей. Do you dislike the look of the prophet or his gaze? Can we leave now? Ладно. Мы уходим, но сначала все-таки бочки осмотрим. Немножко. Самую малость. Пойми, девочка, тебе все игры. Играть, танцы, танцевать, в Париж ее нужно отвезти. А мне нужно энергетиков купить. Понимаешь ли, я тут умею ворон вызывать, но они слабые. Падение в воду не пошло тебе на пользу. Попробуй найти что-нибудь, что унять боль. Ты знаешь, где есть что-то, что может унять боль? Ну-ка, давай-ка. Что она делает? Куклы? Кукла может унять боль? Ее нужно приложить? Че, ничего не нашла? Ну гляньте, она реально как будто что-то ищет. А знаешь, кто это на плакате? Маленькая мисс Колумбия. Ну че, нашла что-нибудь, нет? Ничего не нашла. Судя по всему, ничего не найдет. Поэтому придется самому искать. Вон тут есть недоеденный завтрак. А она пускай дальше ищет. Так, она тебе сказала... А, она тебе сказала найти. Ну ладно, тогда погнали. Ну, блин, мне уже идти надо, ребят. А она все никак не унимается. Давай, доходи быстренько до следующей локации. Так... Мне еще кто-то говорил, что тут вроде красть не везде можно. Но пока вроде как никто не обращает внимания на то. Ну и что ты выберешь? Так, привлечь внимание Элизабет. Опять. Судя по всему, она очень такая, знаете... легко увлекающаяся натура. Съесть коробку леденцов прямо у них из-под носа. Но нужно мне для начала найти плакатик с их результатами. Где результаты лотереи? Как мне победить? Ну ладно, просто привлечем ее внимание. I just can't decide. Так. Well? Выбрать клетку или птицу? Клетку или птицу? Птицу. The one on the right. Are you sure? I'm sure. I love it. Surprising. I expected the cage. If you're going to be a sore loser, then I shan't do this again. Now that's just sophistry. My God. Нажмите и держите, чтобы посмотреть. Это был мой дом. Уходим отсюда. Кто знает, что видит пророк? Нам он говорит, что считает нужным. Все будет хорошо. Потом зубами будешь ее снимать. Кого? Ничего не понял. Он все уладит. Он карающий меч. Ну и что? А куда мы уходим-то вообще? Вата. Ом-ном-ном. Ну ладно, по крайней мере, я абсолютно здоров. Но от хот-дога не откажусь никогда. Так. Put those arms up now. Fingers apart. Legs apart. Судя по всему, здесь массовая проверка, и наверняка они обнаружат меня. Есть одно дело. Пойдем. Куда? Что мы будем делать? Так. Ну и что мы будем делать?
О, гляньте, я надел на нее птицу, оказывается. Видели, у нее теперь она на шее. Открыть дверь. И что? На что это, по-твоему, похоже? Она сломала замок. With nothing but books and spare time, you would be surprised what I know how to do. Что же ты еще умеешь? Расскажи мне, какие книжки ты читала? Какие были твои любимые? Хотя нет, ладно, не рассказывай, оставь, пускай сюрприз будет. Возможно, такая очаровашка, как ты, еще и талант окажется. Это ж тогда тебе вообще цены не будет. Что ты сказала? Я прослушал, что ты сказала. Газету хотела почитать. Ну слушай. Так, приходится брать всю маломальски сложную работу после этих баранов разгребать себе дороже. Хм, игрушки. Так. Понятно, судя по всему, опять мы нашли какого-то парня, который играет. Я нашла немного денег. Там стоит торговый механизм. Купи что-нибудь, чтобы подлечиться. Она нам еще и денег даст. F поймать монета. Окей. И сколько она мне монет дала? Мало ты денег нашла. Но сначала мне бы его. А нет, я не могу его никак. К сожалению, одомашнить. Так. Ладно. Все, я думаю, что дальше мы уже не пойдем. Заканчивать надо, потому что иначе я чувствую, я вообще сегодня не закончу. А мне нужно убегать уже. Времени слишком много. Поэтому посмотрим вот на нашу красавицу, вновь обретенную наконец-то девочку. Продолжим завтра. Серж разводит женщин на деньги. А это она меня разводит, не пойми на что. Так, с парой впереди поговори. Возьми предмет. Какой предмет? С парой... Ребят, ну если я... Ну я так ничего не успею. У меня же день-то закончится, и я что буду делать? О, предмет. Я понял, что значит возьми предмет. Давайте возьмем предмет. Что это за предмет? Брюки, хрупкая кожа. На время делают противников рукопашной уязвимыми. 5 секунд, жертва получает в 2 раза больше урона. И опять запись. Что за запись? And you saw that sea of white faces looking hard back at you. Понятно. Кто-то из ваших знакомых был на собраниях. Интересно, о чем говорят? А теперь снова к музыке. Опять я пропустил диалог. Девочка-то никуда не убежала? Нет, в этот раз она не побежала ни на танцульки, ни на разговоры, ни на какие. Просто стоит, ждет. Улыбается. Улыбашка. Эй, куда убежала? Hey, mister. We'd like to help you. Do I know you? Back at the lottery, you... Там, на лотерее, вы... Без вас мы бы не выбрались. Дейзи always said somebody like you. Дейзи верила, что придет кто-то вроде вас. Кто такая Дейзи? И как вы мне поможете? Вы дадите мне снаряжение. Это рубашка, глицериновый жилет. Увеличит радость поражения осколками при взрыве. Не совсем понял. Давайте посмотрим, что значит рубашка, глицериновый жилет. Ничего нового нам не сказали. Так. Есть еще один у пары. Ну вот, взяли. Но на этом-то уж точно все. Испытывать всю эту... Лиза! Не так быстро. Тут, гляди, тут вот еще есть туалет. Хочешь туалет? А, понятно. Ладно, тогда подожди меня снаружи. Пить я это даже не хочу, а то потом Элизабет со мной вообще разговаривать не будет. Кто-то унитаз своровал. Ну и что, неужели в туалете ничего интересного нет? Ладно, уходим отсюда.
Пойдем. No place for you, sir. You best be on your way, or there's gonna be trouble for us both. Ну подожди, я быстренько осмотрю туалет и уйду. Лиза, ну ты-то что за мной ходишь? Так. Оба-на, тир. Не, ребят, я чувствую, что я начинаю спешить, а спешить здесь нельзя. Тут нужно играть в автомат и еще во что-то. Ладно, все, ребят, хватит уже. Действительно, на этом мы прекращаем. Фух. Надеюсь, что меня сохранило где-то здесь неподалеку. Ты шмотку у пары взял? Взял. У нас на вокзалах такие же. Туалеты-то да. Такое дело есть. Ладно, все, на этом я вам всем говорю спасибо за просмотр. До новых встреч. Увидимся завтра в 9 часов вечера по Москве. А пока, всем пока. Если вам понравилось, приходите еще. Буду рад всех видеть. И как в этом бродкастере остановить стрим? А, нашел. О, всем пока.